Город Петропавловск, арена имени Винокурова Александра. К вашему вниманию лучшие моменты игры Кубка Казахстана между командами Алматы и Орлан. Группа Б переехала в Петропавловск. И тут видим замечательный наброс от капитана команды Всеволода Яхонта. Наброс и борьба на пятаке у Орлана. Очень такая интересная игра. Очень сильно атаковали алматинцы. Здорово. Резко переходили в зону атаки. Очень много моментов. Но не везло по первому периоду Алмате. Нету заброшенных шайб. Хорошо все парировал Илья Румянцев, голкипер команды Орлана. Много спасений. Защитники отыграли на хорошо. Но владение все-таки за Алматой. Тут мы видим большинство у команды Орлана. И добивание после броска Маркелова. Добивание его партнера по команде не точно. Никита Лукин. Алмата снова в защите. Хороший наброс. Несколько нюансов. Очень много силовой борьбы. От этого очень много стычек. Здесь хорошая заброшенная шайба, наброс от защитника, и отлично переиграл на пятаке Орлан. Выходит вперед 1-0. Вывели вперед свою команду Орлан, несмотря на то, что Алмата лидировала по брошенным броскам и выигранным вбрасыванием. Здесь отличная трехходовочка и бросок сходу от нападающего Ярослава Евдокимова. Не точно он. Здесь у нас стычка получается. Выясняли отношения Мамед Сейфулов и Арсений Борисов у Орлана. Получается, у нас тут вход в зону Алматы. И отличный пас в касание, перевод. Забрасывает шайбу Вячеслав Ипатов. Ему ассистировал Филипп Святына. Очень хорошо все сделал Филипп. Здесь на Тоненького был бы перехват и бросок от синей линии. Команда Алмата осуществляет свою атаку. Здесь выход 2 в 1. Кашкаров делает переброс, но далеко уходит Маркелов с позиции броска, с линии. Не сумел подстроиться Маркелов, поэтому момент не доигран. Перехвачена шайба. Здесь уже Орлан устремляется вперед. Снова атака Алматы. Выводит под бросок своего партнера Бурделев. Но не увенчался бросок успехом защитника Сергея Машинца. Да, очень много Орлан вбрасывания выиграл. Со второго периода начали выигрывать вбрасывания. Но с шортного времени схлопотали больше, как читавцы. Наброс от синей линии и подставление. Смотрим. 2-1-1 счет в матче. Здесь хороший выход Никиты Баженова. Троих игроков Орлана он сначала не в удел, бросал с вершины, но бросок сильным не получился. Спокойно его парировал Пулэктов. Здесь скрытый бросок из-под защитника с обманным движением Данила Карабаня. Спасает свои ворота все тот же Пулэктов. И здесь хороший наброс на пятак и руками красиво переигрывает вратаря Константин Пархоменко на пятаке. Большинство было у Орлана. 5-4 играли. Неплохой момент здесь тоже. Пас от Баженова и бросок Ипатова. Авторы первой заброшенной шайбы. И здесь отличное движение обманное. Укладывает он центрального нападающего. Выходит на вершину и делает бросок. Павел Володин выводит Орлан вперед. Смотрим, прошивает он Пулэктова. Попадает ему под правую руку, под блин. Снова розыгрыш большинства и отличный бросок. Не получается забросить шайбу у команды Орлана. В касание наносили бросок. Розыгрыш большинства. Здесь все сходу. Бросок из-под защитника. Пулэктов тащил этот матч. Очень много моментов. И здесь мы видим, Яхан бросается под шайбу. Очень отверженно, самоотверженно действовал капитан команды Алматы в этом матче. В итоге, похоже, получилось сотрясение в этом моменте. Тяжело уходил. Ну, пожелаем здоровья ему. В общем, 3-2 ведет Орлан. Снова попадает под меньшинство Алмата. Выходят из него сухими. Даже здесь спасает свои ворота Павел Полуэктов. Хорошая разыгровка была. В общем, несколько моментов у Орлана. Здесь тоже бросок.
Пол Эктов тащит, оставляет свою команду на ходу, остается минут 5, но Алма-Ата, даже сняв вратаря, не смогла сравнять счет. Фиксируем счет 3-2 победу Арлана в группе Б, которая проходит на арене Винокурова в городе Петропавловске. До новых встреч!